3 марта 2018 года. Игра по мини-футболу между командами «Локомотив» и «Газпром» Кострома. Чемпионат Костромской области.
пропустили два момента. Ежесекундно. Костромяки повели. Чутиков Сергей забил. Yeah.
Thank you.
Так, минута до конца первого тайма. 1-0. Газпром идет. Первый тайм. 1-0 костромичи ведут. Смотри, весь красный уже какой. Так, второй тайм. 1-0. Газпром выигрывает у Буйского Локомотива на первенство Костромской области. Селезнев, Миша. Хорошо, он не начинает удары дальние проходить.
Thank you.
стоит. Молодец, Леша. Вытащил. 3-0 это уже похороны. Минутный перерыв. Так, 5:33 до конца второго тайма. Газпром 2-0 ведет матч с Локомотивом. Пресняков, он же и Мишу заставил, вынудил автогол сделать. 3-0 за 3 минуты до конца. За 3:45 точнее. Thank you.
полторы минуты до конца матча. Буевляне проигрывают 0-3. Мочить 1-3. Дима Беляков. Ну ладно. За 50 минут до конца счет 1-3 стал. Так, 30 минут до конца. Есть возможность сократить. Семнадцать секунд. Лотарь заключительный удар нанес.